Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколец, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve Together с модами на эпических гигантов. Ну и в ближайшее время никаких эпических гигантов не будет, потому что мы в пещерах. Ну, возможно, мы обычному гиганту убьем, наверное, если найдем, то древнего стража. Возможно, там побегаем в руинах, если мы их вообще отыщем. Чёртовы кролики, они прям тут рядом со мной. Я хочу все-таки переселиться на другое место. Вот где там кролики стоят, там хотя бы днем светло. Так, давай вот это все пережариваем. Овечка еще орет. Покормил я ее. Вот, видите, про что я говорил. Ничего не видать. Так. А где тут лампочки? Там кролик рядом бегает, а я с мясом. Так, где-то тут рядом кролик бегает. Нужно их всех переселить в одно место. Так удобнее будет их друг на друга натравливать. И пока тут они у меня пускай живут. Увеличивать буду тут. Буду иногда приходить, потом долбить. И можно будет делать их уже в веточки. Мне на что-то нужны, наверное, будут, да? Так. Шапочка. Так, вот так. Запихиваем. Делаем пока то, что есть. Вот так вот, наверное. Так вот. Наверное, я не совсем рационально все это трачу, но быстрее бы сготовить, упаковать все это дело. И потом уже со всем этим. Ну, что-то оставлю пожрать просто так, наверное, вот лапки вот эти вот. Наверное. Либо тефтельки еще сготовлю. Камень сейчас сможет на нас сбросить муравьиный лев. И в принципе потом его надолбим. Да, и по поводу серии, кстати, пока я помню. По поводу серии. Серии на этой неделе, если не ошибаюсь, вот эта серия будет в понедельник у нас. На этой неделе, скорее всего, будет выходить через день, потому что, ну, я уже раньше говорил, что у меня немножко по времени будет занято, то есть ремонт, плюс нужно очень много времени на то, чтобы восстановить кое-что, что связано с моим хобби, который я забросил на лет на 10. Сейчас все это дело нужно будет восстанавливаться, возможно... По этому поводу будет новый канал как раз по поводу хобби. Где-то к осени создан. И сейчас вот нужно все это восстанавливать. Это довольно-таки долго и требует очень много времени. Поэтому время немножко ограничено. Так. Я все повыгружал. Так, вот это мне нужно. А сейчас ночь как раз. Можно что-то, наверное, еще выкинуть ненужное, да? Лучше я, наверное, с собой оставлю. Нужно пойти кроликов уже долбить. А между долбежками буду готовить. Так. Так. Пока делаю просто медовые штучки. Кстати, Миша за нами просто так будет бегать, если мы будем с ними. Так, мне нужно выкинуть рюкзак. Бежать к кроликам. И тут камушки где-то падали, как раз немножко соберем. Хочу переселиться к кроликам. О, красный камушек, шикарно. Вот на их место, вот тут днем у них туса такая хорошая. Такое хорошее место. Они убивать меня не будут. Вот у них вообще шикарное место. Давайте сразу клетку здесь поставим и уберем ворону в нее. Ворона. Мне нравится, у них такая полянка шикарная здесь. Я хочу тут жить. А кроликов уберем. Ой, ё-моё, напугал, думал, темный опять кролик. Нифига не темный. Кстати, у нас на палатку вроде бы хватает. Все, нужно палатку сделать. Ну тут с кроликами опять сейчас будет бардак полнейший. То ли они темные, то ли они
не темные. Короче, фиг поймешь. Там с каких-то борода будет выпадать с мясом монстра. Вот с этих, наоборот, будет выпадать борода, а с этих может морковка выпадать. Ой. Проснулись они. Мне по-хорошему палатку сделать, да и все. И поспать. Ой, черт, напугал. А, не заметил. Рассудок мы можем поднять сейчас покушать, во-первых. У меня в рюкзаке все это осталось, да? Кроликов нужно всех этих поубивать. Нафиг отсюда, они мне тут... Не-не-не, это не нужно ломать. Ты чё? Медовые там штуковины покушать, рассудок поднимем. Чё, как далеко я бегу, чё-то. Где у меня тут база-то моя? Кушай. Отлично. Так. Камушек, рюкзак. Рюкзак берем. Вон этот кролик ещё, сволочь. Опа! Вот-то, вот-то где, да? Так. Где ты? Топливо ужаса тоже пригодится. Убил? Нет. Нормально. Ой! Ой! Пришел, круг еще пришел. Отлично, сейчас мы его долбанем. Он нам рассудок хорошо поднимет. Ты где? Опа. Света мне хватит на это время. Так. Ой, черт, еще. Ой-ой-ой. Так, еще пришла бука. Ну, давайте его забьем тоже. Может быть, успеем, пока он не исчез. Да, кстати, иногда какие-то желтые фиговины, какие-то фризы появляются. Иногда они на записи тоже появляются, когда играю. На записи иногда они остаются. На экране вот сейчас тоже какая-то фигня появилась. Мне спрашивают, что это такое у тебя. Иногда такое происходит. Кстати, топливо ужаса я тут нигде не оставлял. Не, по-моему, не оставлял. Так, давайте закидываем еще готовиться. Так, так. 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 Пускай все это дело готовится. Камушки я тут оставлял, нет. Камушки тоже не оставлял, красные нет. Ладно. Так, домики это мы потом. Дерево. Дерево. Хвостики вроде бы... Да, оставлял. Отлично. Морковки. Тоже пока стол берем. Все, от мяса я освободился, да? Кролики там бегают. Поэтому погнали, наверное, к ним. Сейчас у меня свет опять закончится. Черт, с этим светом. Факел. Опа. Так. Так. А мясо монстра я куда дел? Закончилось? А, пофиг. Тут у меня куда-то жратва, я смотрю, закончилась. Как будто бы. А, так, наверное, не получится. Вот так вот. Фонарики. Где тут фонарики? А, вот тут они все. У тех кроликов. Лампочки нужно забрать. Ну, золото, отлично. У меня с собой мясо. А что-то кроликов не видать. А, день, наверное. Да, день. Около кроликов, видите, светло. А, блин. А где я стою, темнеет. Что мне не нравится. Фигня какая-то вообще. Да подожди, ты орешь ты все время. Сейчас. На. А, сейчас я себе заправлю вначале, подожди. Так, так. Так, так, так. Нет, нет, нет. А, стой.
возьми это в руки. Так, у меня дерево, я смотрю, закончилось. Ну, что-то поставить дерево мне хватит, вполне. Так, на. На, кушай. Так. Сейчас перенесем базу и пойдем исследовать. А, у меня крутокуляры. Я забыл, у меня, по-моему, в сундуке крутокуляр я положил. Нормально. Ну, просто так их тоже тратить неохота. Так. А кроликов, да, нужно ставить уже. Так. Сюда вот больше, больше кроликов. Вот эти домики, по-моему, мне особо не мешают. А вот один домик там, по-моему, мешает. Да, вот один домик прям вплотно. Хотя он недалеко от меня будет, но все равно его тоже нужно ломать. Кролик будет бегать тогда один. Где-то тут вот живет он. Кролик. Ой, напал. А что ты нападаешь? Почему? Я не понял. Из-за того, что я домик сломал? А, из-за того, что у меня мясо. Все нормально. Все логично, все нормально. Так, побежали. Забираем еду. Готовим новое. Так. Так. Так, этого мяса сейчас будет еще полно. Так. Сюда. Так. 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 Готовься. Так. Там что сейчас вообще, день, ночь, я пока не врублюсь. Не, они все спят. Они все пока спят. Вот тут шикарное место. Вообще просто шикардосное место. Только нужно от кроликов избавиться. Может поспать прямо около них. Палатку нужно уже делать. Палатка, три веревки и паутинка. Паутинку я как раз захватил. Отлично. Так. Забираем опять вот это дело. Закидываем ножки. Закидываем мясо. Мясо закончилось? Да ладно. Мне вообще-то вот этого мало будет. Наверное. Что так получится? Пофигу, нам еще нужно что-то сделать, чтобы... Так, давайте посмотрим, что получится. Так. А мы спать можем только ночью, понятно. Палатка. Палатка, паутинка, три веревки и, по-моему, веточки. Раз, два, три. Так. Выживание. Делаем себе палатку. Да жри ты вот это вот, да и все. Да, можно вот этих штуковин, наверное, наделать ступы, да и все. И то я много не наделаю. Так, раз. Все. Вот это вот можно упаковывать тогда. Особо много я не наделал, но... Так, запихиваем вот это, запихиваем вот это. И ладно, пускай. Пока уберем куда-то вот сюда. Так. Пойдем к кроликам. Так, кролики проснулись. Мафия проснулась. Нападать они на меня не нападают. Ставим где-то здесь палаточку. Ложимся спать. Чё за фигня? А, все нормально, я не то нажал. Рассудок хочу поднять для того, чтобы из кроликов выпадали именно не борода. Борода у меня там как грязи. Чтобы выпадало именно...
то, что мне нужно. Хвостики, морковки. Борода у меня как грязь. Кстати, можно сделать себе еще одно чучело здесь на всякий пожар. Здесь одно, там, наверное, оставлю. И овца такая. Мяк-мяк. Тоже дрыхнет. Вылазим. Или как там правильно? Вылезаем. А, где кролики? Так. А чё, один почему нападает? Плохо, плохо, они тут. Так вот друг друга не убьете. Вот поэтому я обычно приманиваю несколько кроликов. Тут... Вообще их нужно отсюда убирать, потому что они так и будут меня сейчас тут. Вот... А кстати, во-во-во. Камни. Чёртовы кролики. Давайте камушка немножко долбанем, у меня камней совсем мало. Да убиваете вы друг друга, что ли? Но крот ползает один. Ну, я не знаю, по-хорошему, да, сделать бы еще один кротокуляр. Там кролики друг друга долбят. До сих пор продолжают долбить. Так. О, отлично. Давайте кого-нибудь с них тоже убьем. И вот этого. Пофигу. Так, так. Так, 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 так. Так. Погнали. Не знаю, мне кажется, проще даже самим взять да и убить их. Костер, костер нам тут нужен. А, у меня дерева не хватает, прикольно. Так. Покушаем, покушаем. Где тут что? Вот оно все, у меня добро. Это заберем. У меня так особо немного чего и осталось. Так. Вареник, яйцо нужно. А вот так вот, по-моему, жаркое какое-то получается. Так. Так вот. Давай вот так вот. И сделаем. Так. Ну открой! Какого черта зависло? Так, дерево. Кроличьи задницы. Пойдем все туда перестраивать. Второй поднимает. Так, пошли. Все, погнали перестраивать. Себе площадь какую-то делать. Площадку. Она светлая, вот мне чем классно. Нравится. О, сейчас упадет что-нибудь. Камушки сейчас упадут, отлично. Главное, чтобы мне на голову не падали. Так. 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 О, халявные камни. Так, с рассудком у нас более-менее нормально. Золото, пожалуйста, тебе. Дерево, топор нужно. Так, давайте вначале сделаем сундуки. Красивые. Так, раз. Два сундук. Три сундук. Давай убираем вот это, вот это, вот это. Так. Так. Это я когда успел схватить-то с собой? Зачем я это с собой схватил? Я не понял. На, чтобы не сдохло. Так. Это мне с собой, наверное, пока нужно. Так, кирку возьмем. Это пускай будет.
знаешь, наверное, вот сюда вот пока убрать. Да, вот это пока убрать. Пускай еда лежит. И все, сейчас перетаскиваем все оттуда. Все это дело слосим и перетаскиваем. Какого черта тут не делаешь? Что ты тут забыл? Они вот сейчас разбежались по всему без домиков и бегают тут. По всей площадке я на них буду нарываться постоянно. Как-нибудь так вот сделать, чтобы я знал, что мне нужно выкладывать, а что нет. Все забил, нет? Пока нет. Ладно, окей. Побежали обратно. Так, тут дерево выпадет и камни. Как раз на костер там переставим. Так, так. Отлично, побежали дальше, блин. Вроде недалеко, а бегать замучиться сейчас. Сразу нужно было ставить здесь базу, да и все. Костер на всякий пожарный. Так. Это заначка на выход. Ну, борода, пожалуйста. Кстати, пока здоровья дофига. Ну-ка, пошла вон. Так, это дело мне нужно наверх забирать. Где-то тут были доски. Пока здоровья вроде много. Давайте сделаем себе еще одну чучело. Поставим его сюда. Наверное, вот сюда вот. Тут будут камни. Камни. Это хвостики здесь. Так, что еще лишнего? Это вот дело наверх. Точно наверх нужно как-то вот сюда вот складывать. Точно с собой желательно прихватить потом. Все, пошли обратно. Блин, овца вечно голодает. Блин, сколько их камней. Это вот питомцы, они бестолковые, просто как, ну, визуальный какой-то эффект. Просто визуальная фигня. На самом деле, они такие бестолковые. Есть хочешь, да? Опа! Опа! Бежим! Куда-то вот сюда вот. Давай вот тут где-то скинь. Мы как раз будем камушки добывать потом. Давай, будем сюда вот, да. Питомца не накрыло, все нормально. Кроликов я пока не вижу здесь нигде. Так, это сюда. Вот вообще не знаю, зачем мне. Так, это сюда. Это сюда, по-моему, еще один крот как раз вылез. А вот это забыл выкинуть. Что еще мне нужно будет? А, морковку сейчас какую-то пережарим, какую-то сделаем себе пожрать. Кувалда была. Так, ломаем. Ломаем. Это тоже все ломаем. Потом база, скорее всего, опять же у меня не совсем в том месте, где нужно, у меня построена. Потому что, блин, нужно посередине где-то пещера, а у меня середина пещер вот где-то. А я опять же с краешку. Но если что, можно поверху как-то перемещаться там. Так, я здесь ничего не забыл больше. Чучело пускай стоит, может как-то смогу я вот так пробежать через лес. Да, вполне можно как-то через лес пробежаться. Оба-на. Кролики. Через лес можно пробегаться, да и все. Уголь, да, у меня угля с собой вроде бы много было, я с собой брал. Ну-ка, иди сюда. Кувалда где? Потерял. Успел, все, нормально. И золото принес, молодец. Так. Это одеваем. Казаны. Вот здесь, наверное, поставлю. Мне не хватает только булыжника и угля. Веточки. А веточки, наверное, только на один у меня есть, да?
кнопка. На два. Два уже неплохо. Один. Так. Делаем камень. Второй. Так. Это всякая странная штука. Такую тоже могу сделать. Так, еще. По-моему, так. Что ты там орешь? Есть хочешь? Сейчас, подожди, сейчас придумаем, что нам пожрать. Так, так. Это на всякий случай, потому что я не все изучал. Так, и нам осталось... Возьмем хвостики. Я возьму дерево, какое есть. Это еще несколько домиков. Зонтик мне не нужен. Пойдем натравить кроликов друг на друга, ставить домики там еще. Нужно мясо. Опять у меня долгая подготовка к тому, чтобы отправиться, и в итоге остается очень мало времени на то, чтобы что-то обыскать здесь. Хотя можно вообще не выползать, пофигу на Мишу. Наверное, следует все-таки его. Вот этот домик отдельно стоит. Кролик какой-то беспонтовый. Они сейчас еще и спят, сволочи. Так. Ну, вставься. Честно говоря, пофигу, что из них будет выпадать. Борода или мясо монстра. Как-то. Уже пофигу. Дерева не хватает. Значит, все. Пока с кроликами покончено. Сколько у меня осталось морковок? Морковок дофигища. Есть тогда смысл приготовить из них что-нибудь. И, кстати, я даже это могу тоже упаковать частично. Так. Черт овца, нужно покормить ее. Так. Все, тут света, наверное, больше не будет. И... Вечер, нет? Кушать хочу еще. Дотерпим, не дотерпим. Убить его нафиг. Наверное, дотерпим. Топор. Возьмем. Просто вот это я ничего не могу кушать. Крота. На всякий пожарный оставим. О, нападай. Так. Так. Сейчас скоро вечер. Как раз кроликов будем стравливать друг с другом. Мне хоть какое-то мясо добыть, чтобы приготовить, хоть тефтельки наготовить. Черт, я так сдохну быстрее. Пустой кролик. А, он засыпает, по-моему, ночью. Или вечером. Так бы сейчас его убить и сожрать бы. Хотя бы сырого. Кролик, бай-бай. О, я уже помираю с голода. Но
Кстати, это молот какой большой? О, нормально, почти новый. С собой можно взять тоже, будем если зайцев находить. Хижины по дороге там. Вот этих бы тоже переселить сюда всех. Черт, хоть крота убивай. Крота не хочу, во. Долбаные кролики, давайте быстрее. Убейте друг друга нафиг. Я согласен и на мясо монстра. Так. Пошел замес. Хороший такой замес. Веселый. Я это сделал специально, чтобы сожрать. Я не знаю, убегу сейчас, нет от них. Фу. Полегчало. Черт, кролики. Пошли быстрее еще месить. Они просто как-то далеко разбежались сейчас. Убивайте все друг друга. О, я сама сошел. Так. Пофигу, собираем и уходим, их нафиг. Правда, они сейчас ко мне прибегут, они приручены же. Так. Так. Срочно бежим. Убегаем от этих долбанных кроликов. Они сейчас ко мне прибегут. Они там, многие из них приручены, прибегут ко мне и скажут там: я посижу с тобой, друг. А увидят у меня мясо и убьют меня. Камушки еще. Где-то здесь. Слышу, бегут. Прибежал. Так, срочно готовим пожрать. Так, так. Мясо вообще вот это уберем пока. Так. Так, так, так. Успел я нажать? Да, успел. Слушай, задолбал. Ой, еще и крюк. Да ладно, вы чего? Прикалываетесь нафиг. Так, где мой шлем? Чё, почему я рукой-то бью? Кушать хочу. Забираем. Кушаем. Норм. Опа. Шлем меня прикроет, все нормально будет. Это черт, так. 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 О, сейчас рассудок поднимем, мясо еще достанем из кроликов. Отлично. Оба кролика живых, сейчас мы их еще убьем. Так. Один. Второй. Чё, передумал? Так. А, опять хвостик. Куда мне хвостиков? С морковками-то уже некуда. Так. Отлично. Так. Рот кушай. Не подыхай. Так. Раз.
кстати, можно вот так вот сделать. Раз, давай. У меня тут какая-то еда еще оставалась. Да, о, отлично. Это лечит. Это тоже дело лечит. Так. Раз, два и, наверное... О, наверное, я все-таки с медом тоже сделаю. Вот еще заначка. Морковки даже не знаю, это нужно... Ну, сгниют, сгниют, а пофиг. Дерева у меня больше нету. А то хвостиков как грязи. Так. Это возьмем с собой. Может быть, подолбим. Так. Это еда. А тут я что сделал? Забыл включить, черт. Сюда? Да. Отлично. Ну, наверное, сейчас побежим. Хотя уже пора и серию заканчивать, но... Немножко пробежимся. Так. Дерева нету. Нужно, кстати, добыть. И все норм. И куда бежать-то в этот раз? А, вот тут я вообще не исследовал. Тут могут быть кролики. Но тут руины. Я не знаю, в сторону руин. Правда, я без брони, без всего вообще. Давайте вот сюда сгоняем, посмотрим, что тут. А потом, наверное, в руины сбегаем. Так. Так. Да, наверное, как-то так сделаем. Та трава, куда я ее набираю, блин? Уже все занято, да? Давай сюда. Хотя, мне трава на броню понадобится. Все, погнали. Так. Кролики вот же рядом еще, точно. А пофигу на них. Так, сюда. Так, куда-то сюда. О! Ура! Камушки! Землетрясение, сейчас, может, красные камушки еще упадут. Давайте посмотрим, куда они упадут. Может, что-нибудь драгоценное упадет. Синенькие, правда, не особо мне нужны. У меня их и так полно. Золото пригодится. О, крот! Фак. А, удари! Как он сдох-то? Почему он сдох? Он не должен был подыхать. Я его нормально ударил кувалдой. Так, где мой этот? Она вот сюда вот. Так. Так. Что у нас тут? Да, вот тут тоже какие-то проходы. Не знаю, найду, не найду хатча. Нужно все обыскивать, блин. Досконально вообще все пещеры. Он, блин... Где-то тут может находиться. Долбаные грибы. Тупик. Тупик. Я хотел вот в эту сторону сбегать. Там я не находил в таком биоме хатча. Он просто разноцветный биом, то есть вот такой вот смешанный. По-моему, ни разу я не находил. Большие деревья есть. Нужно немножко дров долбануть. Хотя бы броню, я не знаю, там одеть. Если в руины мы залезем, то, блин, без брони совсем тупо будет. Сади. Так. Можно, конечно, дубасить эти долбанные грибы, но с них всего один пенек вываливается. Одна. О, вот тут у нас дерево. Недалеко, я надеюсь, они большие. Маленькая, маленькая, маленькая. Печаль. Думал, они большие, с них выпадет много. Так, давай вот это сюда. Так. Так вот. Погнали, обыскивать все равно нужно, все. Я не нашел еще, где жаба-поганка. Вообще у меня гриб торчит. Нашел, по-моему, два... Прошлое лето, когда бегал, нашел два места, где она появляется. Если я не ошибаюсь. То есть
где появится после возрождения. То есть где-то вот тут вот раз. Или одно я нашел. А его два. И должна такая же точка еще одна быть. Возможно, она там внизу как раз и находится. Ну, кстати, тут кусочками грязевой биом. Вот такой вот. На нем хач обычно сидел. Хотя... кто его знает. Так, тут ничего. Вообще, очень хочется в руины сгонять. Хотя бы, я не знаю, там, древнего стража замочить. Да, древнего стража замочить. Как вариант. Попробовать. Так, не тратим. Светлячков, хоть их тут и полно, в руинах их там нету. По-моему, вообще. Ну, а это споры. Споры от грибов. Летом красные, по-моему, там зимой синие. Споры выпускают. Вот эти грибы. Грибные деревья. И, по-моему, весной и осенью зеленые. Возможно, я что-то путаю. Вполне такое может быть. Ну что, давайте забежим сюда. Блин. Вдруг именно там. Хач. Пол лета перестраивал базу. Офигеть. Ну, получилось, мне кажется, лучше, чем было. Так, тут ничего. Погнали дальше. Примерно где руины, я знаю. Наверное, туда и побежим. Миша, кстати, не обязательно, чтобы мы выползали прямо в начале. Как выползем, так он и придет. У меня так бывало. Что ты вылазишь, и он начинает орать. Правда, не сразу, а попозже. Если что, подстраховка есть у нас. Два амулета и два мясных чучела тут есть у нас. Так, нам бы хатчи не пропустить его аквариум. Ну-ка, тут тупик. Нет, тут не тупик, но... ничего особого. Вот этот биом мне особо не нравится. Всякая фигня, а... толком-то ничего нет. Все вперемешку. Ну, с другой стороны, грибы разные растут, если другими персонажами играть. Да, светочки. Возьму. Нам они особо не помогут, правда? Так. Пора покушать, как раз кушаем вот эту штуку. Погнали дальше. Все, этих хватит. Фонариков хватит на все лето. Я набрал. Блин, я подумал, жаба поганка здесь где-то. Похоже, ну она вот как раз тоже грязевой такой биом. Фонарики вокруг. Ну, правда, и площадка там должна быть. Ты куда там идешь? Тоже тупик. И камни подолбить, да, стоит, потому что так скелетика... не знаю, либо потом, пока мы все равно его оживлять не можем. Нужно в пещерах долбить камни. Максимум удобно бегаешь, с теневого двойника сделал, он долбит. Смотришь, камни вылетели. Ну, из камней вылетели, кости взял, подобрал. Блин, свихрит, придется самому долбить все это дело. Они выпадают там, ну, из 10 камней. Один, может, и выпадет. Одна косточка. А их нужно 8 штук. Это мы вернулись в базе, да? Готовить я все равно пока ничего не собираюсь. Хотя можно было тефтельку еще сготовить. В этой стране тухляк вообще полнейший. С этой стороны вообще полнейший тухляк. Вот это похоже на озеро. Там овца сейчас вообще как это... без остановки орет. Тут похоже на болото. Руины...
Чё, так где-то я видел вроде. Сейчас, подождите, пруды. Нет, это не руины. Руины вот в этой стороне, скорее всего, да. Похоже. Так, а куда нам бежать-то в итоге? Пробежим сюда. Заглянем вот сюда. Я не знаю, там болото, не болото. У меня лечилок еще никаких, я так и не на... Опа. Какие люди. И без охраны. А, чертов бородатый кролик. Ладно, возьмем мясо, на крайний случай сожрем. Из-за того, что я сошел с ума, он бородатый сволочь. Так. Так. Я паутинку взял, а я, по-моему, так и не изучил удочку. Да? Блин. Паутинку хотел в руинах поймать угрей. Если что, их можно сожрать и так. Или даже... Если собрать еще и папоротник, можно какие-то суши делать. Давайте на болото заглянем. Где-где, а здесь я еще пока не лазил. Наверное, есть смысл вот так вот сделать. Болото я пока тут не смотрел. Хотя, может, тут беспонтовые маленькие болота. Да? Нет, там дальше еще. Куда-то еще можно сходить. Камыши. Не знаю, нужны они мне, нет. Дома полно. Но у меня мед вроде немножко остался. О, долбежка. Тут, кстати, можно мясо сейчас раздобыть. Мясо монстра. Мясо. Ой. Лечилки. Только я ничего не вижу. Давайте вот так вот сделаем. Ничего не видать. Слышу, кого-то долбит, а кого не видать. Одна лечилка, я вижу, лежит. Все. Так, а тут вроде уже и светло. Так, ну лучше как-то вот так вот. О, тут продолжается, смотри-ка. О, только тут я пока не вижу. Ну, немножко живем, может что-то выпадет интересного, хотя... Нет, нет, тут ничего интересного. Пошли отсюда. Тут темно. Я сошел с ума. Как обычно. О, а куда они ломанулись от такой толпой? Его убивать? Чего так темно-то? Крадокуляры вот чем классно. Все, пошли отсюда. Я не хочу. Мне вообще-то не понравилось. Ну ладно. Опять кролик. А, тут же деревня кроликов. Только опять бородатый кролик это. Или один кролик тут. А тут один кролик. Забрать что ли его? Ладно, пускай пока сидит. Будем его периодически убивать. Так, тут все. Тут деревня кроликов тоже, скорее всего. И вот этот выход я даже не проверял, где он. Поэтому есть смысл туда сгонять. Так, ну, гонять мы, наверное, будем уже в следующей серии. Еще поползаем, поищем, где тут что у нас находится. И тут руины. По-моему, на меня опять скидывают. Кстати, этими глыбами можно вообще так обгородить все. Давайте сюда же и скинем. Их можно перетаскивать. Вот, например, застрял у нас овца. Можно взять вот так. Ну, правда, это все медленно таскается.
Тех же кроликов можно деревню отгородить и все как забор использовать. Только все это таскать долго самому. Как вариант. Кстати, кратокуляры этим штукой не заряжаются. Нет, заряжаются только вот этот. Большой щупальца. Обязательно как-нибудь полезем, но пока не сейчас. Да, тут еще большая деревня, которую по-хорошему снести. Так, куда это? Какой-то странный очень проход. Куда это не ведет? Давайте все-таки полечимся, немножко рассудок себе восстановим. Кота покормим. По-моему, тут даже две деревни. Ну-ка. Да, то ли две, то ли три. Тут что-то дофига кроликов тоже. Две деревни точно рядом. Вот эти деревни... Деревню можно тоже разобрать и либо на поверхность, либо внизу тут вместе их всех поселить. Так, вопит, кушать хочет. Покушала? Вроде дал. Да, много кроликов. В первых сериях искал кроликов, не мог найти. Вон они где все. Вот дофига кроликов. Вот тут три деревни сразу кроликов. И где-то там еще вроде есть. Так. Давайте на всякий случай заглянем. Тут просто пауки. Так. Да ё-моё, чё ж ты застрял-то? Так. Чё это какой-то гром? Чё-то очень шумно как-то. Ты куда ведёшь-то? Я не хочу сюда идти уже. В надежде, что найду хатча, я пытаюсь обыскать все. Крюк за мной там бежит. Так, нужно... Давайте около выхода где-то встанем здесь. Как ни крути, мне нужно его убивать, потому что... Он мне будет мешать, когда я зайду опять в игру. Черт, в отродье. Так. Демоняка. Ну, убирай давай, умирай. Пора уже. Отлично. Так. О, спокойно, светло. Ничего не напрягает. Все, на этом серию заканчиваю. И так я ее, по-моему, нехило затянул. Наверное, где-то на час получится. Кому понравилась серия, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал, кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте, ссылка в описании, на все моды тоже ссылочка в описании. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.